Месяцы подготовки, многочасовые репетиции наконец-то позади. Впереди 26-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». 70 активных и талантливых студентов Ульяновской области отправились в Ставропольский край защищать честь малой родины. Ребята соревнуются в 4 номинациях – музыка, театр, танцы и журналистика. Как только закончилась областная студенческая весна, сразу же на следующий день начали подготовку, то есть получается с 20-го апреля и вот до сегодняшнего дня, буквально вчера, вот, репетировали. Команда девушек из педагогического университета подготовила интересный вокальный номер, изменив до неузнаваемости песню известного эстрадного исполнителя. Это одна композиция, Дмитрий Монатик, знаменитый достаточно исполнитель на данный момент. Песня «Кружит», которая тоже достаточно знаменита, мы делаем ее в акапельной версии под хлопки и битбокс, то есть совершенно без музыкального сопровождения. Это интересно, здорово, уже неоднократно с этим номером выезжали на конкурсы. К выступлениям студенты готовятся основательно, по 3 часа в день без выходных. Репетируют даже в перерывах между парами или перед отправкой на финал. Талантливые ребята, очень сильные номера и в хореографии, есть интересные номера в вокале. Ребята молодцы. С напутственным словом к ребятам обратился председатель правительства Александр Смекалин. Он же вручил им талисман на удачу – флаг Ульяновской области. Финальные состязания фестиваля начнутся уже завтра в Ставрополе. Виктория Черкова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.